Здравствуйте! Сегодня мы вам расскажем еще про один электрический нагреватель серии MBH немецкой фирмы Klage. Итак, два слова об этом водонагревателе. Это самый компактный водонагреватель среди всех водонагревателей фирмы Klage. Рассчитан он на установку под раковиной или рядом с раковиной. Маленький диаметр подключения позволяет без переходников подключить его непосредственно к шлангам смесителя. Его размеры 193 на 143 на 93 мм, то есть вот это чуть больше 10 сантиметров. Это его как бы главная особенность, главная отличительная черта. Особенностью конструкции прибора является то, что у него универсальные выводы, можно вывести патрубки как вверх, так и вниз, как удобно пользователю. Давайте откроем коробку. Вот здесь много всего интересного. Сейчас все расскажу, покажу. Первое сразу, что рвется в руки, это шланг для подключения к смесителю. Он идет в комплекте. Уголок с прокладками, с накидной гайкой тоже идет в комплекте. Крепление тоже идет в комплекте. Инструкция в комплекте. Ну и непосредственно, собственно, сам прибор. Вот такая красота. Еще хочу обратить ваше внимание, вот здесь также в комплекте идет рассекатель, который устанавливается на лейку крана. Для чего он нужен? Он смешивает воздух и воду, тем самым позволяя делать струю наполненной. Он по-разному называется, где-то аэратор, где-то дозатор. Ну, в принципе, это вот именно устройство, которое устанавливается на непосредственно кран. Здесь вот можем снять. Каким-то образом он снимается. В приборе в комплекте установлен небольшой кабель. Кабель, как вы видите, достаточно толстый, то есть подразумевается, что этот прибор не включается ни в коем случае в розетку. Он подключается в распределительный блок, а оттуда идет провод электрический в сеть. Приборы обладают довольно большой мощностью, 4,2 и 5,4 кВт, рассчитаны на подключение к однофазной сети. Ну, давайте его откроем. Открывается. Задняя часть фиксируется на стену, на нее монтируется прибор. Передняя часть потом, соответственно, закрывается. Внутри все очень просто. Блок нагрева, электрическое подключение, датчик ограничения давления. При избыточном давлении прибор выключится. При перегреве прибор выключится. Как и во всех приборах Klage, здесь установлен спиральный нагревательный элемент. Отличие этого прибора от китайских и от других – это высокое давление, которое он может выдержать. Испытательное давление может достигать 25 атмосфер, что, в общем-то, практически в условиях квартиры невозможно. Производительность данного прибора достаточна для того, чтобы, установив его, пользоваться рукомойником, мыть руки или, соответственно, мыть посуду на кухне. Коба выполнена из жаропрочного фторопласта, армированного. За счет этого удерживает высокое давление. Ну, в общем-то, про этого малыша все. Смотрите наш дальше. Спасибо большое за внимание.